Всем доброго времени суток, с вами Александр Кадашов. Внезапно еще одна сольная серия. Я решил, короче, всякие побочки все-таки пройти. Я хочу себе нафармить денег, мне надо просто на это. Так, народные методы, найдите лазарет. Поехали прям по... Да ты заебала, серьезно. А что такое? Принесите батареи. Давайте вот сюда сначала сходим какую-то батарею. Помогите Кайлу. Во, давайте вот сюда сходим. Окей, значит, пошли сюда. У меня даже всякое фиолетовое оружие появилось, я хочу его прокачать. Вот, а для этого нужно это. Я специально не беру новые побочки, которые появились, чтобы на следующую серию. На самом деле, как только мы прокачаемся, все это... Может, я склею, мало ли, в конец предыдущей даже серии, не знаю. Я пофиг, дать с пистиком походим. Кого там урон по кому-то проходит, тоже под текстуру, что ли, проваливаетесь? Да уйди ты, дед. Так, где тут 70 метров? Эту батарею надо найти. Где-то там. Особо вообще понятно, для кого это и для чего это. Но я думаю, мы сейчас выясним. Гениально! Просто, блядь, гениально! Ебать, вот это да! Лежи, лежи, мужик, не вставай! Да не умрешь, не переживай, нахер ты нужен! Им... тебя убивать. Чем мне? Им-то нужен. Да. Да. Я себе тут создание какое борзое. Кажется, вы видали эту тварь? Так, ладно. Так. Here, take this. No, 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 no. Go on. You can have it. Так я не собирался отказываться, что-то. 3000. Вот. Вот, как раз это мне было и нужно. Да ты заебала, серьезно, ты будешь дохнуть с такой высоты, падая. Вот, вот, вот это заебись, да. Вот это я считаю. Это просто величайшее вообще. Так, ладно. Нам вообще-то. Подожди, а что вот здесь? Одинокий зомбар трется. Мясо плавуна в мусорке. Чё за место? Зараженный склад какой-то? Казалось, это написано было зараженный склад. Да. А, найдите лазарет. А, ну вот, собственно, и есть, окей. Опа! Ха! Притвориться решил, конечно. Ух.
хорошо. Чуть залупли такие. Ну-ка, блять, я на всякий пожарный дробовичок возьму. Не знаю, что это выглядит очень странно, но типа, почему нет? Если игра такое позволяет. То есть это просто обычный зомбарь так орал, серьезно? Там заспавнился еще один. Но ёпт. Патронов духу я почему-то не потратил. А я думал, хоть кого-нибудь заденет. Тут иногда настолько все это рандомно, что... А, кстати, крикун был, между прочим. Еще один. А че ты живой? Все? Так, смотрим. Что тут у нас есть? Я вроде как кого-то слышу. Но... Откалиброванный дробовик. Он еще не подходит мне по уровню. О! Это откуда здесь? Прям буквально, то есть он невидимый был, что ли? То есть мой дробовик 4200, фиолетовый будет. Ну, кстати, что-то странно, фиолетовый какой-то не очень. А вот откалиброванный 3. Ну ладно, мы можем, в принципе, все... Ну, я, в принципе, просто фиолетовый хотел качнуть. Посмотреть, что он будет из себя представлять. Да, бля, откуда вы беретесь-то новые? Я ж только что здесь всех убил. То, что вы против. Let's take a look. Вы просто, знаете, напрягает, когда может у тебя за спиной заспавниться. О, о. Ух! Все, место под оружку кончилось, да и хер бы с ним. А, так. Может, это снега. А чё, куда? Вообще ничего не понял. Вроде же задание какое-то здесь было, нет? Вот, то есть это типа я пришел, но это не то место, да, и поэтому пошло на нахуй или что? Я сейчас не понял вообще нихуя абсолютно. Так, ну это сюжетно. Что за синяя точка? Синий флажочек, точнее, не точка. Let's open this up.
Не ори. Ну давай вот так, что ли. Я так понимаю, из мяса как раз эти бомбы мясные можно делать. А так, может, для чего он его периодически дают так много? Чего? В смысле, блядь? А, так я уже здесь и нахожусь, замечательно. Значит, где-то здесь нужно принести батарею найти. А что за, за задание? Вот, где-то тут батарея какая-то должна быть. Так, но здесь это уже не задание. Перезаряд очка. Да, блин. Серьезно. И этому я всегда, пожалуйста. Так, ладно. Знаю, что оно здесь. Ты что, вот типа намек, что сюда надо? Откуда здесь высралось? Чучело, чучело, блядь. Что за батарея? Где она? В дом зайти нельзя. What the fuck? Наверх будет тоже подняться как-нибудь. Не... Магическая винтовка. А что я на подбирал? Хотя все какая разница. Ну, вот самодельный нож точно можно бросить, винтовка явно будет побольше стоить. Давай зайдем. Так, ну думаю, это, то есть буквально Ctrl-C, Ctrl-V, да? Devil. Не, ну это не то. Я просто думаю, что это может какое-то другое здание, и через него можно там вот вылезти, наоборот, наверх и поверху пройтись. Ну, типа... Да какое место крушения вертолетов? Почему-то мне... Чё ты это задание сбросил? Чё случилось, что я его, блядь, чё, выполнил, что ли, или что? А, тут вот... Ага, может, всё-таки где-то вот здесь? Да, это сразу, пока деньги есть. А, так, значит, вот этот молниеносный дробовик мы добиваем. У него остается 4400. Ну, в принципе, 4400. Так, и вот эту катану я хотел... А, так ее надо починить типа сначала. Нет, подожди, а почему? 53. А, у меня денег вообще, считай, нет.
Я думаю, я хитро разгадал игру. Понял, что она от меня хочет. Но нет, судя по всему, не понял. Вот цель отмеченная зеленым. Где эта хуйня? Просто вообще. Здесь, кстати, тоже. Блять, можно куда-то пройти? Получается, нет. То есть это реально где-то там. А где там? Ну, здесь же типа просто ничего нет. Здесь никуда не зайти нельзя, ничего. Там тупо тоже верстак. Здесь тоже тупо верстак. Я ничего не понял. Может, конечно, залезть погуглить, но что-то как-то. What do we have here? Экзотическая палец. Так, а у мужика этого не было никакого перехода? Кстати, патрончики можно кое-что. Кашка. Так, мужики, стоять. Ну и это... Аккуратненько. Так, стоямба, не надо. Не надо, передумай. Передумай, даже потеряйся, я бы сказал. Я уже 11-ю нахожусь, серьезно? Реально. О, скорпион. А, я не смог сюда зайти, да-да-да. Так. Что сделать скорпион? На мачете, тесак или на катану? Алмазная грань, шоковая винтовка. Эштром, вот так, дьявольская катана. Да, вот я на нее поставлю, потому что мне дальше прокачивать буду. Никаких нет абсолютно к нему. От него, точнее, ходов. Ничего нигде. Ну, блядь, ладно, я не знаю, короче, где это задание, хуй с ним. А, Дар Небес, что у нас? Найдите лазарет, это где? Так, это новые. Ну, это вот задание про лазарет или что? Ну, судя по всему, да, потому что красным выделено. Пойдем, хули нет. Подожди, а можно же по-другому сделать. Ой, ладно. А, ну конечно, да. Размечтался. Не, подожди. Че мозги-то ебать? Кинотеатр. А что-то как-то патрончики ко всему. Ну не прям ко всему, но позаканчивались. Так, и где-то тут вот. Maybe there's something in here. Ну,
Опу. Так. В смысле, блядь? А куда тогда? Да какое крушение, ёб твою мать! Найти лазарет, блядь! Ой, ебать. В катакомбы какие-то надо. Бля, как это депрессивно, когда один здесь такая тишина какая-то, музыка такой эмбиент играет грустно. Но это невозможно, видите, опять же, это все совершенно искренне говорилось, мимо вот этого пройти нельзя. Все заброшенное, никого нету. Да че такая грустняха-то пошла, вот че? Я сейчас депрессию словлю. Есть какое-нибудь у меня еще говно, которое можно выкинуть? How do you like that? Максимально потешная хуйня, ладно. Да жаль, музыка прям грустная. Эти про всю эту бренность, вот они были людьми, а теперь они зомби. Я от Dead Island никакой грушняхи вообще не ожидал, если честно. Ты
С чего я сейчас урон получу? Все это. Игра, прекращай. Это покинутые 7 локации, что-то это прям... Ну грустное прям настроение, ну хорош, ну сколько ж можно. Так, это отремонтировать, это отремонтировать. Дальше. 9 с копейками, ну моя, по-моему, уже там что-то у нее за 16, что ли, я не помню. Ну да. Так, чуть-чуть осталось. 2 с копейками. А у этой катаны 2 с копейками. 2300. Ну, пока что послабее еще, но. Сука, она еще и разгоняется в нагнетании. Ты посмотри на нее. Не, музыка хорошая, я ничего же не говорю, она реально хорошая. Ну, ты пиздец, что она хорошая, ее вместо прям, у меня грустняха накатывает прям лютая. Watch your back. Time to die. Don't let them live. Watch your back. Kill the dogs. Strong too. I'll kill all Watch of you. Watch your back. Sise. Допустим. То ли не было такой мрачной, грустной музыки, то ли это, как это называется, она именно потому, что сюда возвращаешь, тут никого уже нет. То есть мы реально на первую локацию, что ли, возвращаемся, понятно. Maybe there's something inside. Все, патрончиков бы еще к остальному оружию было бы тоже неплохо.
штука. Циркулярная пила. Винтовка. Ну, может, мне из автоматической винтовки просто пока пострелять? Это что-то я из нее вообще не стреляю. А, кстати, мой пистолет же до конца прокачан. Ну-ка, подожди, это вот этот, а у меня какой пистолет? А это что у меня здесь делает? Сигнальный. Вот, пистолет гордость. 3, а этот 3200. Мне уже можно что-то повесить, правильно? О! Пистолет гордости, на сверхбыстрый тяжелый пистолет, да. Патрон для дробовика. Шоковая винтовка. А, да, я же хотел-то, собственно, что я хотел-то. Я ж хотел автоматическую винтовку. 5 с копейками. 5700. Это просто в обычном состоянии. 5700, блять. Надеть пока что вместо, допустим, коктейля Молотова. Какая тут на 5700? Вот. 6200. Ужас. Подожди, а можно? Шоковая винтовка. Какая-то прям получится грустнявенькая серия. Я хожу, возвращаюсь на предыдущие эти. Так, это. Много патронов. Да ладно тебе. Да, подожди, Скорпион теперь еще как-то. Да. Я, кстати, ее немножечко не довел. Да, да, точно, у меня же чуть-чуть не хватило. А? Что при этом по головам урона проходит реально больше. Да хорош. Ха-ха, притворился. Если ты притворяешься, значит сиди молчи, а то он сидит, хрипит. И думаю, что пиздец какой незаметный. Не успел. Угу.
Бля, ну по головам прям красота проходит. Ну ладно. Я промолчу, я о чем. Но поскольку нельзя смотреть карты, за исключением той, на которой ты сейчас находишься, то получается такая херня. Я не знаю, на какую карту мне надо идти. Ну и... Дай! Успокойся. А, извините, пожалуйста. А как я здесь назад пройду? Мы же прыгали с ящиком. Вот это зи... А, угу. Ты сучка. Другое дело. Бла-бла-бла-бла. О! Еще побыстрее, можно было как-нибудь залезать и спускаться, было вообще красота. Ну и куда? Тимен! Чё ты добился тут уже, скажи мне? Бля, как сейчас драка двух инвалидов была просто. О, кстати. Я уже даже не понял. Не помню, когда я подобрал тебя. Подобрал, да? Бля, он к верстаку подошел, что-то хотел. Так. Да, модернизировать. Все еще нельзя. Сколько он уже? 3800? А, 12. Ебать. Стоимость 3800. 12 нужно. Ну, допустим, 12 так 12. Окей. Хозяин, барин, че? Сюда, что ли? Сюда он пишет. А, ну да, да.
Да чё ты, блядь, умри ты уже, у тебя головы нет. А, ну вообще похуй. Электричество здесь специально такое место, куда зомби может загонять, а ему насрать вообще. Лежит, ладно, ну электричество, подумаешь, дело-то. Бля, я не стал пить что-то, что валяется вот в таком месте. Ну, это я, они тут опытные выживальщики, в общем, поэтому. И все эти приколы. Кажется, мужик, ты, блядь, ты ничего не рубишь. Ты не разбираешься, ты не понимаешь. Давай быстрее. У-у-у. Так, теперь ниже. Так. Кто тут, где тут? Да ты уж, может, это... Вон. Так, ладно, ты появилась здесь. Разметка, куда идти. Так, пистик, напиток. Как хорошо, что у нас есть быстрое перемещение. Я и сюда пришел. Блять, игра, ну что ты делаешь, а? Да, да, именно туда мне надо идти, господи. Так. Ну понятно, на стартовую локацию, заебись. И чё, и где? Уйди. Чего? Блять, такой так ставит. А где звук-то? Так, ладно, быстрое перемещение есть тут. The inside of this place is... Incredible. А вы каким хуем здесь? Что происходит? Причем, заметь, не все. Реально не все. Торговца здесь нет. Так, ну ладно, это значит мы где? Что тут за местами, просто интересно. Это у нас миссия Святой Марии. Окей, поехали, надо все продать. Это нам нужно на паромную станцию. Нет. Нет. А, ну да, да, да. В кинотеатр только на крышу. А чтобы на крышу это у... Maybe there's something inside. Это, наверное, здесь можно пройти, да? Да. А, хуй-то там. Угу. У меня даже к снайперке патроны позаканчивались. Как она умудряется, ну, раздохнуть, я не понимаю. Это же бред.
Короче, у меня уже инвентарь всем забит, надо его разгрузить. Хотя, знаете, честно скажу, вам скажу, по болотам, по темной шастрить особенно не хочется. Тут все заспавнилось, красота. Хули ты орешь? Серьезно мне? Это охуенно просто. Так, ладно, забирай мачете. Бля, вот ей пользуешься или нет? Наверное, ей, да. Ну, все-таки этот по... Ну, пока что я его еще не поставил. Откалиброванный 3-ты, да пизду его. Детокс дробовик 4. Ну, он такой уже, ладно. Так, мясная наживка забирай. Шоковая бомба, ладно, взрывающаяся мина забирай. Во. И, к сожалению, нельзя пачкой продать. Вот, замечательно. Теперь. Так, да, перезаряжаем все, что можно перезарядить. Так. 9 патронов всего было. Дробовик, автоматическая винтовка, это пистолет, револьвер, да не, вроде все на месте. Окей. Да ты заебал, уже Оксада давным-давно закончилась, прекращай. Так. Хочу, чувак, походу ПТСР, вьетнамские флешбеки. Так, значит, раз у него вьетнамские флешбеки. А, надо посмотреть. Вот это я, значит, у меня сейчас какой тут молниеносный дробовик, а я вот какие-то еще нашел дробовики. Не, ну понятно, они хуже, окей. Так, продать, значит. Продать. И одну продать. Вот так, мина. Похуй продать их. Шоковая бомба, тоже не буду я ее пользоваться. Так, теперь. Ну, говорю, у меня все заряжено, так что... В принципе, у меня все пораспродано, я уж все повыкидывал. Катана, шок, автоматическая винтовка. Чего? Я нахуй продал свою прокачанную винтовку, серьезно? Не, это да. Нет, а где она у меня? Ничего не понял. Вот. Хуй, она пропала, блядь. Ты чё, блядь, не пугай меня так. Так, и чё ещё? А, можешь, кстати, РПГ поставить? Почему нет? Так, значит, РПГ. Нет, это не over yet. If Serpo's still alive, we might be able to use him as a bargaining chip.
Get the military to send in another chopper. We can find that chopper. And see when Serpo goes, we can use. Surreal. Better guy. Get my hands on. Cave in his face. Такой хаос какой-то творится. Так, действительно, гроза катана. Вот, скорпион катана. Все. И все остальное у нас это. Теперь мы можем что сделать? Детокс-дробовик на этот. А какой там детокс-дробовик? А это парализующее. Сейчас, что там нужно для... Дезодорант один. Блять, серьезно? Все продажи часом одного дезодоранта. Ну просто, ну вдруг. И все, это все, что есть. Any luck in finding that chopper? I've been such a fool. We should head back to Messina. Сучара, одного дезодоранта не хватает. Я, если честно, в душе не ебу, где его искать. Ладно, похуй, значит, сделаем на детокс дробовик. Так, взять на вот этот, да. Так, теперь, значит, мы, получается, катану надеваем на место катаны. Оп. Оп. Так, и, соответственно, эта катана у нас, скорпион катана, снимает 2500. А у этой 2300. Ну все, значит, уже. А, и опять же, детокс дробовик 4400. А другого и нет уже. Да, я с ним же и бегал. Я с ним же бегал. Склад. Так, значит, купить, нет, купить ничего не хочу. Значит, продать я хочу тебе, собственно, вот эту вот грозу кота. И получается все. И получается, у меня ровно... Тихо ты. У меня получается ровно столько пушек. То есть мы чисто сбегали, помочились. Потому что вот так вот у меня все, что здесь есть. Это все чисто вот. Давай что-нибудь быстренько и страшное с кем-нибудь сделаем. И будем тогда на этом заканчивать. Как раз час уже получился. Ну, не прошли мы задание. Ну, и хуй с ним. Зато, если мы захотим, сможем. Зато мы словили грустняшки. Просто вообще грустняшки. И, честно, я не рассчитывал на такую грустняшку, блядь, в Dead Island. Давайте сюда хоть сходим. Подожди, это не в ту часть острова, которую нам... Нет, мы здесь, по идее... А, ну, о, во, давайте вот это вот пройдем. А чё, если нет? Блять, я нашел подобрать банку какую-то. Пиздец какой-то. Просто набрал подобрать какое-то говно. Ты где вообще? Ты берешь вот так вот? На, сука! Прикинь? Да, я уверен. Christ. Thank you. I thought I was never gonna get out of here. Here, take this. You probably need this more than I do. Again, thank you. 2300. Спасибо. А ну тут верстак у него. Память, лезвие, сейф, которым нихуя. Давай здесь по округе походим, что тут есть. Так, топор. Сейчас опять можно смело набирать все, что есть, и потом это продавать. Квартира Фрэнки О'Хара? Что это за квартира? Да вы серьезно, блядь? Они ж просто, сука, одинаковые. То есть вы даже не пытались. Дай! И
И что это за квартира такая интересная? Не, ну это было эпично, ладно, это того стоило. Окей. Так, победи какого-то Фрэнки О'Хара кнута. Подожди, сначала надо вот так вот сделать. Все? Ну, это было сложное задание, я должен отметить. Это вообще так, блядь, не каждый справится. Да хорош, она уж сдохла, блядь. Но это вот анимация, которая не зависит от контекста. Это, конечно, гениально. Это будет, кстати, прикольно, если дезодорант где-то здесь найду. Вот это будет прям вообще. Ну, гранатомет, насколько в тему пришелся, а? Ну, РПГ смысл. Ну, получается, все. Все, мне очень страшно, я убегаю. А, да, кстати. Открытых ран яда больше. Давай. Кучу теперь на яд заряженного всего, так что. Сейчас назад прям через этого же мужика пройдем. Там кто-то по-любому заспавнился, наверное. Нет? А, он сидит ему норм, в принципе, чили здесь. Тогда посмотреть, что вот здесь, что происходит. Что, даже нет нихера, серьезно? Ну как так-то? Ладно. Сейчас последний раз все продаем. И на этом серию точно заканчиваем. Мне нравится каждый раз, когда ты отсюда уходишь, потом приходишь сюда назад, а здесь все вот опять проспавнилось, и опять все можно продать. Без проблем. Так, значит, продать. Забирай, 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 забирай. Нет. Забирай, 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 забирай. Забирай. Тебя забери, ты гранату. Ты, кажется, все одновременно. А зачем еще? Так, и остатки это и одну РПГшку.
30-ка. Нормально. Все, на этом теперь точно все получается. Вот, жмяк себя на колокольчик, чтобы приходили до меня во всех роликах. Я продал ту РПГ, которая у меня была, да и хуй с ним. Поскольку они ничем никак не отличаются, то... А вот. В общем, жмякайте на колокольчик, чтобы приходили до меня во всех роликах. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, в Телеграм и во все остальное. Вот. Я не знаю, когда точно выйдет эта серия. Но вот у меня, вот, допустим, относительно недавно прям выходила, прям уже вышло все. Целых два новых рассказа. Вот так. Уверен, что к этому времени уже оба выйдут. За сим получается все. О. Братья, можно вот вы субтитры не будете ваши эти? На сим все. Всем всего доброго, хорошие игры, всем пока. Оп, поймал. Все.